Ротвейлеры напали на 4-летнюю девочку в Вознесенском районе. Сняла со лба скальп, здесь все изживало, глазницу выдрала, шейный позвонок, ключицу выдрала. А девчонка была в сознании? Нет. Нет, до сих пор в коме. Если собаки попробовали козу, попробовали на взрослого человека, загрызли корову, загрызли 50, попробовали человечину, как нам дальше жить и переживать за своих детей? Подробности сегодня в программе «Кстати» в 7 вечера на телеканале «Живем в Нижнем».